Хакасия второй день подряд устанавливает антирекорд суточного заражения коронавирусом. Положительных тестов на COVID 291. Это на 35 больше, чем днем ранее. И для республики это абсолютный максимум за весь период пандемии. Выздоровели 99 человек, 3 пациента не справились с болезнью. В связи с этим принято решение ограничить плановую медпомощь, но не везде, пока только в Абакане и Аскизе. Также сегодня Минздрав дополнительно разворачивает койки для ковид-пациентов в Саяногорске, Черногорске и перинатальном центре. При этом вакцинация в медучреждениях продолжается. В Хакасию поступил первый компонент вакцины для подростков «Спутник-М» – 96 доз. Однако прививать несовершеннолетних начнут, когда придет второй компонент. Его ожидают в ближайшее время.